Анюта. Столовый виноград селекции Крайнова. Родительская пара «Талисман» на кишмиш лучистый. Срок созревания ранне-средний, 140 дней. Сейчас, сегодня, 22 августа, в Мелитополе, Анюта полностью созрела. Кусты сильно рослые, черенки укореняются хорошо. Грусть массой 700-1200 граммов, некоторые до 1,5 килограмм. Ягоды очень крупные, до 20 граммов, темно-розового цвета. Яйцевидные. Мякоть мясистая, а кожица съедаемая. Вкус очень приятный, с мускатом. Устойчивость к заболеваниям у Анюты высокая. Выдерживает морозы до минус 23 градусов. Но требует укрытия на зиму для получения 100% урожаев.